Доброго времени суток, дорогие программисты! Мы все ближе и ближе продвигаемся в направлении завершения нашего курса. Мы добрались до третьей части 17 урока, где мы закрепим понятие траектории, углов, градусов, поворотов, вращений с помощью проекта игры «Радуга Ремикс». Это проект ремиксовый. Мы посмотрим исходный проект, посмотрим, чем он отличается от того проекта, который предложу тебе я, и его реализуем. Прежде чем мы приступим к реализации проекта «Радуга Remix», вот этот проект в студии «Юный разработчик игр Беларусь». Еще раз пролистну, его легко найти, потому что здесь видна радуга. Я обнаружила, что не показала демонстрационный проект «Траектория», и сейчас восполню этот недостаток. Давай откроем этот проект «Траектория» и запустим его. Здесь написано: кликни по флажку и наблюдай за траекторией движения кота. Смотри, как изменяется значение направления во время движения. Вот у нас направление. Это, давай я открою сразу код. Напомню, у нас защищенная переменная нашего спрайта. И сейчас мы запустим на выполнение. И увидим, что наш код перемещается, оставляет за собой след, то есть рисует траекторию. И видишь, как меняется направление. Если посмотреть внимательно на код, то ты можешь на самом деле его любым образом усовершенствовать. Здесь у меня очищается сцена и опускается перо. В принципе, я могла бы это сделать и здесь, но специально оставила отдельным скриптом. Здесь у нас происходит смена костюма, чтобы кот двигал лапами. Ну, а вот эта часть, ты с ней можешь спокойно экспериментировать, поворачивать в самых разных направлениях, не обязательно 90, попробуй здесь другое начальное значение задай, здесь другое значение, поворачивать на разные другие значения градусов, переходить в какие-то другие точки с координатами, и ты увидишь, что твой код нарисует другую траекторию движения. Таким образом, ты еще лучше запомнишь, что такое траектория. Но если тебе неохота этим заниматься, можешь просто еще его посмотреть, и мы перейдем к реализации проекта «Радуга Remix». «Радуга Remix» у нас находится рядом с этим проектом, и для того, чтобы нам было интересно, конечно же, для начала мы его посмотрим. Вот наш кот сказал, что он умеет рисовать радугу, попросил посмотреть, и одновременно с рисованием радуги, если ты обратил внимание, он читает считалочку. Каждый охотник желает знать, где, если не знаешь считалочки, думай, почему он так говорит, сидит фазан. Эта считалочка нужна для того, чтобы запомнить цвета радуги, потому что каждое слово из этой считалочки начинается с той буквы, с которой начинается название цвета. Вот красный – это каждый, охотник – оранжевый, желает – желтый, знать – зеленый, где – голубой, сидит – синий и фазан – фиолетовый. Так можно легко запомнить все цвета радуги, если ты еще их не помнишь. Вот такой учебный получился проект. Если мы посмотрим на исходный проект, вот у нас исходный проект, на основе которого я сделала ремикс, то у него есть определенные отличия. Во-первых, у нас нет фона сцены. Во-вторых, код ничего не считает, он не знает считалочки. И есть еще один маленький недостаток, который мне пришлось немного подправить, даже два. Вот ты уже, наверное, видишь, он рисует радугу немножко неточно, ну, хотя это не совсем страшно в данной ситуации, но вот уже когда рисует зеленым, вот здесь вот появляется такое отверстие небольшое. Пока все вроде ничего, но тоже вот синий как-то наехал на голубой очень сильно. И последний цвет, к сожалению, не фиолетовый, а какой-то больше к малиновому. И он прямо на синий наехал. То есть не совсем точно здесь рисуется радуга, поэтому я сделала ремикс, чтобы сделать все точно. Давай откроем код и увидим, что у нас здесь происходит и как.
мы сначала становимся в точку слева, откуда мы начинаем рисовать радугу. Ну, на сцене у нас один фон. Это наш сценарий, один фон и один спрайт. Можно взять, опять же, любого другого персонажа. Мы очищаем все, что нарисовано. Остается только фон. Потом мы поворачиваем в направлении 0, потому что нам надо, чтобы кот повернулся, как бы глядя вверх. И тогда он пойдет вот так по дуге. Дальше. Ну, спрятаться, показаться тут, в принципе, не обязательно. И он сообщает, что умеет рисовать. Дальше опускает перо. Устанавливает размер пера 10. Этот размер оказался достаточно подходящим. Ну и потом, перед тем, как что-то рисовать, он сначала говорит, то есть используется команда «сказать». И 180 раз он поворачивает ровно на 1 градус. И в зависимости от того, какое у нас значение здесь вот в команде «идти», он идет по большему радиусу или по меньшему. Вот смотри, вот первую дугу красную он рисует и идет 3 шага. Следующую дугу оранжевую он рисует и уже идет 2.83 шагов. То есть меньше шаг делает, и за счет этого получается, что он мельче, как бы меньшую дугу рисует. Дальше следующую желтую дугу желтым цветом он рисует, уже перемещая, переходя еще меньше шаг у нас, 2,7. Дальше еще меньше. Ну и, наконец, давай пролистнем до конца. Фиолетовый цвет, вот здесь я задала установить цвет для пера, 2.05, то есть самый маленький размер. Ну и, в общем, пока я тебе этот код объясняла, я подумала, что я не буду сейчас его собирать, потому что у тебя есть этот проект, и ты можешь просто подглядывать в код и потихонечку его собирать. Я тебе рекомендую это делать самостоятельно, попробовать поэкспериментировать с длиной шага. Можешь установить размер пера, допустим, немного побольше, и смотреть, что вот каждый раз после того, как он дугу одну нарисует, он переходит в новую точку. Если сначала он переходил в точку x-146-52, то потом он перешел в точку -135-52. То есть y остается тем же. То есть по вертикали он действительно должен оставаться в той же позиции, а по значению x он немножко смещается вправо для того, чтобы начать рисовать следующую дугу. Я желаю тебе успехов в работе с этим скриптом, с этим проектом. И надеюсь, что ты нарисуешь еще лучшую радугу. Или, может быть, ты придумаешь что-то еще свое. До встречи в следующем уроке!